это случилось прошлым летом. Мы вышли в открытое море. И я, и команда хороших парней. 20 матросов. Мы ждали хорошего улова. Но на нашем пути попался он, Моби Дик. Он напал. Напал на наш фрегат. Столько парней хороших погибло. За стольких мне пришлось выпить рому. Но я обещал. Я обещал этой рыбине, что однажды... Однажды я вернусь туда. Для того, чтобы отомстить. Этот Моби Дик, он заплатит за то, что он сделал. Но перед тем, как я одолею эту тварь, мне нужно научиться. Научиться сражаться со стихией. Научиться побеждать таких огромных тварей. Мне нужен был курс подготовки. И я обратился в компанию Wargaming за помощью. Кому, как не создателям симулятора морских сражений World of Warships, знать все о битвах среди бурных вод? Опытные морские волки из студии Леста выучили не только матчасть «Торпеду мне под киль», но и отсмотрели километры кинопленки. Все ради аутентичности и достоверности. Все ради моей победы над Моби Диком. Вдохновение мы черпаем по большому счету из двух источников. Первое — это, естественно, исторические всякие документы, да, то есть документы, я имею в виду, в хронику в том числе. Ну и во многих случаях историческая хроника, она поинтереснее, чем голливудские блокбастеры получается. Там, смотришь, там, как это в реальности происходило, и там реально проникаешься. Вот. Ну и, естественно, там, популярные фильмы, произведения, ну уже с точки зрения визуального. Да. Перл-Харбор все, наверное, смотрели, все представляют, что это такое. Вот есть еще ряд очень хороших фильмов, например, «Тора». Он не так широко известен, но там, он гораздо более близок к реализму, да, чем, например, «Перл-Харбор». В любом случае, там мы не ориентируемся на историю по этим фильмам, мы ориентируемся на то, как это визуально может красиво выглядеть. А что касается игр, отсмотрели все существующие игры про корабли, все несуществующие, да, которые там по определенным причинам не вышли, те еще, которые еще не вышли. Вот. Надо сказать, что на текущий момент не так уж и много игр, к которым можно там пойти за идеями. Да. То есть, здесь мы своего рода... Там, вступили в новую нишу, ну, то есть, ну, что там было, Silent Hunter, был Battle Stations Midway, ну, и из того, что было онлайн, это был Navy Field, но это были совершенно другие игры, да, то есть мы делаем что-то новое, у нас появилось такое интересное определение, как инерционный шутер, то есть мы еще с корабли называем инерционным шутером. Ну, вот как-то вот из всего этого склеиваем с разных сторон интересный геймплей. Нельзя просто так взять и выйти в открытое море. Мне нужна новая команда. Здесь много людей, много смелых матросов. И кажется, я нашел себе идеальную команду. Это был долгий и изнурительный день под палящими лучами мониторов. Я и моя новая команда бились против других, таких же новичков. И в каждом из них я видел Моби Дика. Но мы победили, одолели этих сухопутных крыс. И оставался только один вопрос. Так ли все будет просто, когда мы пересядем с игрушечных кораблей на настоящие? Про моряков. Был у нас один товарищ, который все хотел поиграть альфа-тестером и боялся, что его исключат. Потому что, ну, мы действительно исключали тех людей, которым альфа-тест не нравился. Это еще раньше было. Не играли, освобождали место. Вот. А товарищ уходил постоянно в рейсы.
Вот, и в каждом порту стоянки, где-то там, в каком-то вообще островке, где, наверное, компьютер никогда не видели, он находил какой-то 3G-модем, с пингом 600 играл, писал фидбэк, выкладывал скрины, причем доказывал, что пинг 600 у вас все нормально сеть, это я просто на острове выкладывал фотку, там вот пульт корабля, остров такой замечательный, пальмы, все красиво, и вот ноутбук такой, где он играет. Вот. Ну, бывают разные случаи, конечно, кто-то не успевает на какую-то акцию, расстраивается, кто-то там говорит, что не слишком хардкорно. Там был у нас один командир корабля, который играл, говорит, ребят, ну игра клевая, но не попали все. Ну, чувствуется дух, но все же сложнее гораздо. Где там мои эти вычисления, где оно? Вот, ну, фидбэки разные, но в основном даже им игра нравится, что показывает, что все-таки мы в правильном направлении движемся. И если вам когда-то точно так же нанесло оскорбление, которое можно смыть только кровью и ромом, громадная рыбина, вперед! Хватайтесь за штурвалы! Открытый бета-тест World of Warships уже начался! Мы готовы. Команда есть. Моби-Дик умрет в этом плавании. Но перед тем, как мы отправимся в наше путешествие, нужно дать команде расслабиться.